производственная необходимость, друзья, привела нас в магазин Fry's Electronics, которому конца нет и края нет, и не надо ему ни конца, ни края. И мы тут, на самом деле, снимали некоторое время назад, может быть, даже и неоднократно снимали. Большой такой здоровенный такой магазинище. Вот. Ну и тут они, раньше я не замечал, а вот сейчас поставили стол такой, видите, с айпэдами, с лэптопами, тут вот маковские дела. Вот, а там еще какие-то. Microsoft пишут. Так. Тоже. Смотри-ка. Видишь, понаставили-то. Так, Samsung. LG. Разные. Вообще, надо сказать, что какие-то смешные деньги, иной раз. Просят. Как-то унизительно, друзья. Унизительно. Вот когда буквально за $99. Или вот этот. Ну, ну что это такое? Ну, ну, как в рожу плюнуть. Да. Но это не все. Плевки не закончились. Вот $59, пожалуйста. Вот. $59. 69. И вот, друзья, самое большое унижение сегодня. Это вот за $49. Вот так вот. Вот так. Может, еще не все. Там мы до конца стола-то не дошли. Да-да, не. 69. 79. Вот еще 49. Вот. Вот оно. $49. Пожалуйста, как жить дальше? Для чего? Решайте, друзья, сами. Я вам уже помочь не смогу. А вот тут вы видите лэптопчики и побольше, и поменьше. И вот тут и за $300. Да. Эх, друзья, помню то времена, помню. Ну, потому что возраст такой. Много чего помню. Когда все это казалось невероятным. Когда лэптоп, вспомню, стоил там, первые лэптопы там по 2-3 тысячи стоили. Да. А тут вот, пожалуйста, 249. Да. Разные, разные. Приятно, красиво. Вы видите, такая имитация, как будто бы вагонетки по рельсам. Да. А это такое ощущение, что мониторы стоят. Да. Ну, монитором вас не удивишь. Давайте вот мы на мужика посмотрим. Видите, такой ковбоец тут. Дикий Запад. Видите, очумел совершенно, накурился. Вот, и в магазин. А вот уже мониторы такие. Таки да, мониторы. Да. В разную цену тут, я смотрю. Ну, тут какая-то акция, я не знаю, 98. Да. Я сам в этом деле ничего не понимаю. В том смысле, что так, чисто технически порадоваться вместе с вами не могу. Ну, вот вы сами видите, что тут у вас на экранах. $99. Ти, господи. Ай, да. Не ценником, друзья, красен монитор. Не ценником. А еще ж чем-то. А вот, пожалуйста, вот 359. Это же не случайно, да? Значит, наверное, есть за что. А тут вообще опять начали в рожу плевать, смотрите. 59, 59. Да. Конечно, мимо этой секции, друзья, мы пройти не могли. Хотя, надо сказать, что Fry's вот по этой части не то чтобы как-то сильно благоухал. Тут, в общем-то, относительно недорогое хозяйство, так, скромненько. Вот, допустим, купить хороший комкодер мне здесь никогда не удавалось. С другой стороны, то, что есть, цена на него хорошая. Так. Что, и все, что ли? А где же? Ой-ой-ой. Смотрите, друзья, вот только одна
один комкодер. Вот он тут, самсунговский. И... старая добрая модель. Да, и Canon. У меня такой в офисе, да? Да. Мы уроки таким снимаем. Вот. Ну, да. Вот, то ли раскупили все, то ли наоборот никто не берет. И они так не держат. Не держат. Здесь мне больше нравится. Вот 4K телевизор. Хороший, действительно, какие-то мультяшки на нем. А вот с выгнутым экраном. С выгнутым? Да. Если посмотреть сбоку, он выгнутый. Выгнутый. И почем вещица? Слушай, а недорого? Да, каких-то 1300. В общем-то, недорого. Качество? А качество так себе. Я... А источник, наверное, такой. Да, не могу. О. Да. Да. Вот такой бы я купил для себя. За 8000. А он 8000 стоит? Да. Друзья, таки да. А вот и качество. 8000. Но это реально симпатично. Ну слушай, ну вот этот слева тоже очень классный. Да, это все. Всего лишь за 3000. Ну надо смотреть характеристики, что он у нас. Но он очень сильный. Он, конечно, меньше размером того намного. Но очень хороший. Качество потрясающее. Да, этот тоже выгнутый. И тоже 4K. И стоит 2200. Ой, красотища. Слушай, как оно. Невероятно. Невероятно. Где бы взять источник, действительно, чтобы такое передавал? 4K. Диски. Сейчас даже ТВ сейчас трансляция. Ну вот разве что с дисков. Разве что с дисков. Не, есть сейчас некоторые. Я слышал одну новость, последний раз читал. Один из каналов начал трансляцию 8K. Ну а кто подписался, кто-то? Так, этот, знаю, вот я... этот стоит 1500, тоже выгнутый. Да. Ну, это а этот так и вовсе 900. Это чем он отличается? А, этот плоский, просто обычный это плоский. Full HD. Вот люди тут продолжают мыть золотишко, электронное, силиконовое. Так, давайте мы поспрашиваем нашего админа. Значит, Сергей, вы тут первый раз? Да, первый. Ну вот, как бы первое впечатление от первого раза. Ну, меня трудно чем-то удивить, конечно. Ну, это я понимаю, да. Разнообразие хорошее. Ассортимент тоже неплохой. Ну, разве что камеры подкачали. Да, камеры что-то действительно... Совсем грустный вариант. Унижение. Да. Ну, идемте. ТВ, конечно, супер. Идемте на выход. Да. Мы... Нам надо да. планшет. Нам нужно на выходе прикупить, точнее, забрать прикупленный... Что мы купили-то? iPad для наших студентов. Вернее, для преподавателей. Для педагога, будет... чтобы да, к урокам готовиться. Да. И читать тестирование iOS. Так, наверное, это вот мы отсюда заходим. Наверное, да. Мы отсюда зайдем, а там нас позовут, скажут, ваш номер такой-то, и нас вызовут. Так, вот мы идем. Здесь люди покупают всякую дрянь подороже. Да. Вот. Раньше тут соки были. А, вон там есть, наверное, соки, машинка стоит. Ну, а как же, прийти и не купить сока. Да. На то и компьютерный магазин. Да. Вот, пожалуйста. Сочненько. Не хотите сачку-то, не? Сачку. Или айскрим. Сачку. Айскрим. Ну хотите? Айскрим хотите? Задумался. Не хочет айскрим. Так, а я возьму. Я возьму. Ну какой взять-то? Какой взять? Mighty Mango. Годится. Мы покидаем, друзья, гостеприимный магазин Fry's Electronics. И так, знаете, выезжаем, вон там впереди, на светофоре, на улицу El Camino Real, которая знаменита не только тем, что на ней находится наша школа, а вообще, как бы, знаменита. Тем, что аж до Лос-Анджелеса. Да, когда не было хайвеев, вот она одна и была тут. По 101-му до сих пор значки стоят, через каждую милю две, показывающие, что это El Camino историческая. Да вы что? Да. Чтоб я так жил. Ну, в общем, короче, магазин мы вам показали, общее представление вы получили.
сок я выпил, а вот эта коробочка, ну давайте покажем это, что мы так даже не показали коробочку. Вот такая вот коробочка. Вот такая коробочка. Что там написано? iPad, что там? iPad Air. Air. Wi-Fi. 16 гигабайт. 16 гигабайт. Ну, многие больше скажут, а почему не 128? Или 256. Да. Отвечу, друзья. Нам больше не надо. Такая вот, понимаете, странная ситуация в жизни, когда больше не надо. Все, мы с вами прощаемся и ждем зеленого сигнала светофора.